ребята, вот еще такой аппарат попался. Написано, что это Chevrolet Impala. Если кто разбирается, подтвердите или опровергните. Она такая длинная, я просто обалдел, особенно задняя часть. Такие интересные форточки. Сейчас обойдем ее сзади. К сожалению, сейчас поедут машины. Вот так вот она сзади сделана. Вот не знаю, это оригинал или это уже новодел. В таком печальном состоянии, но багажник, я вам скажу, это просто. То есть можно во весь рост, наверное, на него лечь. Выхлопная труба вверх, я так понимаю, сделана. Такие вот, это, видимо, стопори, поворотники и посередине задний ход. Все надписи уже оторваны. Машина вся в какой-то матовой краске, пленке, чем-то вся. Печальное, конечно, состояние. Машина очень интересная. Номеров уже нет. На задней двери такой интересный наплыв в виде пули. Смотрим, что салон, что в салоне. Какое-то колесо от мотоцикла. Вот такой салон, диван. Два длинных дивана больших. Ржавая дверь, зеркал уже нет. Форточка приоткрыта. Кромок дверей нету в этой модели. В смысле, окно приоткрыто, да? Вот есть форточки такие косые, треугольные, интересные. Вот написано Impala. Такой вот олень еще живой. А, вот он, выхлоп, наверное, да? Тот был не выхлоп. Широченные абсолютно колеса, резина Sumitomo HTR 2000, не знаю, насколько она крута. Дворник один оторван, капот сгнил, но спереди нет решетки. Жалко автомобиль. Видим дудки, радиатор. Интересно, какой здесь мотор. Тоже посмотрю, напишу. Очень интересная машина. Интересно было бы ее восстановить, реставрировать, покрасить. Она была бы очень красивая. На этом все. У нас вечереет. Ставим лайки, дизлайки. Chevrolet Impala, Буэнос-Айрес, Аргентина, Южная Америка. Первый раз тоже вижу здесь.